Согласитесь, чтобы обходиться без российского газа, у Украины есть главное – желание, время и деньги, выделены МВФ и ЕС. Посчитаем. Сейчас в газохранилищах Украины 14 миллиардов кубов газа. Чтобы провести предстоящую зиму, надо 18 миллиардов кубов. Плюс будет реверс из Европы. Газовые компании Франции и Германии уже выразили готовность поставлять газ Украине. США выразили готовность поставлять Украине сжиженный газ морским транспортом. Для этого в течение полутора лет Порошенко решил построить газовый терминал в Черном море. Мы являемся свидетелями, как на наших глазах Киев вырывается из газовых объятий Москвы. Естественно, Москва нервничает. Украинцы на деле занимаются внедрением альтернативных источников энергии. Сейчас в любой деревне можно встретить ветроэнергетическую установку. Так что газовая зависимость – это ерунда. У нас пол Казахстана без газа живет. Ватнички и колорады. По-вашему, Россия – великая страна. Почему же она своим братьям-славянам даром газ не поставляет? Глядишь, и воспитала бы в братьях меньших доброе чувство. Но если не даром, то хотя бы по божеской цене отдавала бы. А то посмотришь на российский газовый ценник и думаешь, что в цену газа включена боль по трагической судьбе покоренных народов, на чьей земле россияне газ добывают.